В меткости, скорости и выносливости соревновались в эти выходные участники игр народов Севера. Молодым людям предстояло показать свои силы и возможности на метании аркана на харе и прыжках через нарты, северном тройном прыжке, меткости, а также скорости и качестве чистки рыбы. И главный приз мотоцикла нашел своего хозяина во второй день соревнований. За ходом состязаний наблюдала Розалия Борисова. Внимание! В течение двух дней действующие чемпионы, призеры по северному многоборью выясняли самого сильного, ловкого и меткого. Из пяти видов самым сложным для спортсменов оказались прыжки через нарты. Прыжки через нарты очень технически сложный вид. Тут надо спортсмену быть всему готовым. Это значит, спортсмен должен быть ловким, выносливым и тактически умным. Тут играет, спортсмены преодолевают 10 нарт, перед собой расставляются 10 нарт, между нартами расстояние составляет 55 сантиметров, высота нарт 50 сантиметров. С первого дня в лидеры выбился Октябрь Герасимов, представитель Намского района. Показал лучшие результаты в метании аркана на харе, а во второй день соревнований ему не было равных в прыжках через нарты. Конечно, сложно. Все соперники сильные. Ну, все тренированные. Но первый раз волновался, что он тоже быстро прыгает. Ну, я сразу без поворота прыгал. Сразу. 10 нарт прыгал и сразу без поворота прыгал. Так догонял. И бесспорный лидер всех пяти видов Октябрь Герасимов стал абсолютным чемпионом и победителем Игр народов Севера 2016 года. Розалия Борисова, Юрий Осипов, Илья Жараев, НВК Саха, Якутск.